Всем здорово, короче, пацаны и пацанки, короче, это Мискет, короче, и мы, короче, играем в Meet the Robinsons. Вот так вот погнали, короче, слишком много, короче. Ладно, 100 лет просто не записывала видосы, уже даже не помню, как играть в эту фигню, если честно. Но, блин, я хочу ее допройти, я не знаю, мне нравки, ничего не знаю. Что-то какое-то у меня сейчас немножко упоротое настроение, но это нормально. Если кто-нибудь зайдет на мою страничку, все поймут, почему я такая упоротая, ну да ладно. Короче, поехали. Я не знаю, у нас мы на чем тут остановились. А, Magma Industries, все, до меня дошло. Сейчас будет веселье, в общем. О, вот эти чуваки, я их помню. Давай их просканируем. Я... Ну, блин, ты можешь отсканировать? Так, Эруптор. Взрывники — это элитные войска Magma Industries. Эруптор может тебе очень пригодиться. Чему может мне пригодиться, интересно? О, кстати, вот это тоже можно отсканировать вверх. А, боже, какое же тут корявое управление. Да идите вы просто в пенек. Ё-моё, вверх. Ты же можешь как-то вверх переметнуться. Вот, красава. Года не прошло. Ворота Magma Industries. За этими воротами собирается магма со всего города. Только уполномоченный персонал имеет доступ. Ворота подались, позволяя пройти. Так, что, можно пройти здесь, да? Нет. А, кстати, есть вот такая идейка. Ну-ка, а если... Блин, а как он пропрыгивает? Я уже не помню нифига, боже мой. А, вот. А, нет, нельзя. Так, и что делать? Братюни, братюни, что делать? Здорово. Эй. Чё, поможешь мне? Братан. Брат, братан, братишка. Мне нужна твоя помощь. Эй. Эй. Ясно. Он меня игнорит, короче. И не надо сейчас проверять ВК, это у меня было. Я не знаю, слышно вам было или нет, но на всякий случай. Так. Короче. Что-то меня сегодня потянуло, но короче. Блин, а, точно, там же секретики есть, я забыла совсем. Да, я помню секретики некоторые. Ня-ня-ня. Так, вот это... А, у нас же новая пушка есть, точняк, концепт-арт. Так, это хорошо. Так, народ. Я, кажется, знаю, что нам делать приблизительно. Надо по-любому что-то вот с этой фигней организовывать. Сейчас посмотрим. Я сегодня как гопник, блин. У меня сегодня вообще какой-то день гопника. Ну да ладно. Об этом знают лишь избранные. Так, что вот эти можно делать? А, вон оно. О боже, это что? Почему такие лаги? Ёшкин корень, вы это видите? Вы просто это видите? Это ж капец. Пацан, братан, что делать, скажи мне? Я не знаю, что делать. Господи, что происходит? Ё-моё. А, вот, ура! Ура, ребята. Ребята, живем. Хилимся, живем. Так, чё? Ау! Они взрываются. Я забыла совсем, что они, ёпта, взрываются. Вот в чем прикол. Надо подрывать, короче, эту фигню. Я так... Чисто интуитивно это вспомнила. Так, стой, я просканировать хочу. Эй. Что такое? Замок бойлера используют в парах, чтобы держать... А, в парах, сорян. Используют в парах, чтобы держать двери и проходы под давлением. Уязвим ко взрыву. Ясно. А это что такое? Это нельзя? Это же можно отсканировать, да, просканируем. Система подачи эраптора. Внимание, аэропорты можно поставить без извещения. Спокойно. Ладно. Так, это уже было. Стоять. Он сейчас взорвется. Он взорвется, ёшкин корень. Не беги за мной. Не беги за мной. Спасибо. Не надо этого делать. Давай, взрывайся. А, тебя же не там надо было взорвать. Тебе надо было поближе вот к этой фигне. А? Ёшкин корень. Ну-ка. Пацан. А? Блин, как это делается? Как это можно сделать, не причиняя вреда здоровью? Скажите мне, пожалуйста. Блин, еще и ты появился. Не-не-не, я жить хочу, короче. Дайте мне отхилиться.
Я не помню, как это делать безопасно. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь, я не двигаюсь. Ошибки, да. Да блин, да какого хрена ты меня увидел? Я ж стояла. Ёпта. Пацан. Пацан. Дик сюда. Мини-мини-мини-мини-мини. А-а-а! Блин! Блин! Господи, научите меня, как это делать! Короче, я чувствую, это опять будет целая куча криков в одном видео. Пацан? Пацан? Дай отхилиться. Спасибо, братюнь. Я, короче, сваливаю, а ты тут гуляй. Поможем друг другу. Не умереть. Так, что у нас тут есть? А у нас тут... О боже. Кто это несчастный диверсант? О боже. Emperor Stanley commands you. Rogue, theft, stealing guy shall not enter Magma Industries. What? You stole from me. So hand over my time, my harmless flying car, and I'll be on my way. Nice try. The time machine is mine now. And no one gets in here unless I say so. Except through the pizza delivery action. Here's the triple supreme thin crust. For his excellence, the Emperor. Pay no attention to that. You will cower before my awesome power! You know, we should really talk this out face to face. I'll be up in a few minutes. No, 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 wait, wait, wait! Emperor Stanley doesn't do personal interviews! Ясно. Какой-то тупой жиробас. Вот это вообще в мультике не было. Серьезно, что это за фигня? Я не готова так общаться. Это кто? Лидер гоплитов или гоплитов Magma Industries. Командир гоплитов плохо относится к нарушителям. Это самый ценный солдат императора Стэнли и самый сильный при том. Остерегайтесь атак кипятком. Бойлер должен быть подсоединен как-то. А это кто? Гоплит Magma Industries. Magma Industries гоплит составляет силы полиции Стэнли Сити. Большие и мощные эти громилы никому не позволят победить себя в бою. Отлично бронированы спереди, но если бы пролезть сзади. Понятно? Намек, короче. Это можно просканировать? Нет. А, это можно как-то, чтобы она взлетала. Во, точно. О, память-то хорошая еще. Не совсем стара. А, можно вон туда. Надо вон туда, вон туда, вон туда. Тихо. Братан. Братан. Падай, братан. Чё побыстрее? Прыгай. Полетели. Ай! Разота! Разота! Какого хрена ты бьешь меня? Как можно его побить как-нибудь? Нельзя, нельзя. Я не хочу рисковать своей жизнью. Там слишком дорога моя душонка. Так. Побежали, побежали, побежали. Так, дальше. Ждем. Я не буду рисковать, у меня и так хп мало. Поехали. Нифига себе, там секунда в секунду прям. Так, не, ждем. Тут вообще короткий промежуток. Поехали. Во. Пацаны. Пацаны. Что делать с вами? Друзья мои дорогие. А, вон что. Тихо. А, надо другой, надо другой. Да ё-моё. Я не могу ударить его так. Вот так. Работает? Не работает. Оттань! 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 Да блин, да заберись ты! Твою мать! Господи, он меня чуть не убил. Чё ж ты такой медленный-то? Так, короче, все, сейчас опять эта фигня. Минус еще час. Ладно. Вам-то все равно смотреть последнюю версию, так что. А вот мне сейчас геморройчик. А-а-а! Ура!
We did it. Так, что у нас там? Чертеж. Замечательно. Что, этих пацанов уже нет? О, клёво вообще. Да, все просто выйди. Блин, задолбали стучать по батареям, мразоты. Да, я сегодня немножко злая. Так, ну и что тут у нас? Пробежим? Пробежали, хорошо. Так, ну здесь не будем рисковать. Сейчас продует. Поехали. Так, нам сейчас там надо будет вовнутрь, скорее всего, точнее, поверху туда. Вот. Поэтому сейчас по-быстрому пробираемся, короче, и сваливаем. Так. Вот еще бы научиться с этими фигнями бороться. Ну-ка, постой. Ну, посмотрим. По идее, можно вот так. Давай попробуем вот этим. Так, стой. Господи, что с изображением? А, что с тобой не так? Боже мой, какие лаги. Пипец. Просто пипец, товарищи. Что делать? Ёшкин корень, а? Блин, хорош. Пацан, пацан. О, ура. Я не понимаю, его так вштыривают, что ли, с этой фигни? Ладно, давай попробуем вот этим. Блин, не так. Короче, вот так вот. Да блин. Сейчас он поднимается. И мы бьем его вот этой фигней. Короче, я не знаю, как это делается. Отстаньте от меня. Давай просто пробежим. Да никуда ты, блин. Бежали. Забей на него. Залазь. Тихо, тихо, пацан. Пацан, полегче. Все, пока. Блин, мне нравятся здесь пейзажики. В принципе, для какого там... Я уже не помню, какой год я говорила у этой игрушки. Ё-моё! Фу, хоть не сначала. Я уж все, я уж думала, капец. Сейчас с самого начала это проходить, всю эту локацию, это же вообще жопа была бы. Серьезно. Так, продувай. Продувай и побежали. Все. Еще одна? Да, еще одна. Стандартно три. Блин, там опять этот пацан стоит. Я не хочу с ним драться. Блин, это такая вообще странная хрень. Я не знаю просто, как с ним бороться. Парень! Парень, ты меня не интересуешь. Дайте пройти. Дайте пройти. Что делать? Что делать? Что делать? А, я не знаю. Блин, а как тебя бить-то тогда? Я не знаю. Давай вот этим попробуем. Ему пофигу. Ему вообще пофигу. Чем тебе надо избивать-то тогда? Я просто не знаю. Вот так? А почему это сразу не сработало? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Почему это не смогло работать с первого раза? Не знаю, может, я какая-то косая немножко. Ну-ка, поднимайся. И все? Сейчас он взрывается, да? Давай взрывайся уже. Ясно. Капец, короче. Товарищи. О, он упал. Клево. Его можно увидеть? Не, его нельзя увидеть, он в текстурках пропал. Так, пацан, а как вот это сделать? Можно просканировать? Так, этот люк ведет во внутренние комнаты Magma Industries. Люк слишком тяжелый. Так, ну-ка, если вот так... Не поднимется. Не поднимется. А если вот так... Не, не пролезешь, да? Так тоже нет. Я не знаю тогда, какие варианты еще есть. А, господи, ай, я как всегда ищу слишком сложное в простом. Это прям моя болезнь какая-то уже. Давай спускайся в Уилбор. О, Magma Industries. Вот здесь должно быть миленько. Только единственное, вот эти, блин, придурки буду доставать. Так, что там надо, по идее? Нам надо вот эти две.
по сути. Я не знаю, обязательно с ними здесь бороться или нет. Давай просто проскочим. Стой, я хочу вот это просканировать хочу. А, я ничего не здесь делать. А, надо это, того, короче, этого. Давай вот так сделаем. Вот. Идеально. А, и, по-моему, надо их как-то, чтобы он забежал сюда, короче. Пацан. Блин, не то сделал, ну ладно. Блин, опять этот глюк, господи, как меня это задолбало. Короче, беги сюда, ты меня и так увидишь. Засало? Засосало, замечательно. Теперь еще верните мне адекватное изображение, пожалуйста. Пожалуйста, хочу адекватное изображение. Ребята. Что делать? Меня это задолбало уже просто, блин. Что это за треугольнички? Я не знаю, может, на записи это адекватно, но мне это вообще неадекватно. Вот. Вот просто, как это работает? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Так, стой. Короче, надо вот эту... стоять. Итак. Разрушители. Сосанные вызвергатели вываливаются здесь. А, ясно. Да блин, да не та кнопка. Тихо, только не убегай оттуда, не убегай. Ну зачем? Зачем ты убежал, придурок? Ну как мне тогда с вами бороться? Ну беги сюда. Эй. А, я придумала. Блин. Пацан, беги сюда. Беги. Да, блин, он не успевает. Ну-ка, а если ты быстрее побежишь? Беги на меня. Пацан. Эй. Вот. Беги. И... да, блин, я не успела. Я не запуталась в кнопках. Ладно. Будем жертвы, значит, своим здоровьем. Фигли. Беги сюда, мой дорогой. Значит, так взорвется, да? Может так взорваться? Может. Изи. Люблю лаги этой игры. Сейчас попробуем еще адекватно сделать, как я и хотела. Ну-ка. Давай, иди сюда. Иди сюда. Эй, здорово. Да блин, да как ты можешь путать эти кнопки столько раз? Сюда беги быстрее. Быстрее. Не успеваю. Ладно, я вас поняла. Блин, как задолбали с этими батареями. Ёшкин корень, а. Почему именно сейчас? Почему именно, когда я решила позаписывать видосы, они начинают, блин, с батареями что-то мутить? Ну, это вообще адекватная иллюзия. Да ё-моё, да когда я уже, блин, буду различать эти кнопки? Надо их поменять просто, это вообще неудобно. Беги сюда. Братюня! Я там живая, надеюсь. Ой, как все плохо-то. Ой, пацан. Бежали, короче. Блин, мне нужна подхилочка. Можно подхилочку, пожалуйста, в студию? Я вас очень прошу. А, вот это можно сканировать. Давай сканируем. Монитор. Ой, точно там тоже можно было мониторчик сканировать. Твоя безопасность — это наша забота. Никогда не бойся, в Magma Industries мы следим за тобой. Что-то не похоже, что этот толстячок может как-то за мной последить. Так, ну и что он тут? None can traverse my magma gauntlet of flaming flame! Well, someone must be traversing it, because you and all your employees managed to get in. What? Well, yeah, technically. Okay. Giant molten wave of lava, go! That's not, okay, minor glitch there. Have to talk to IT about that. But try finding your way out of the room in total darkness! Oops. Okay. Where did that go? Total darkness. What? Emergency lighting and a. I'll be right back. Ладно. Маразматичный пацанчик закончился.
А, вон оно что. Ну ясно, это Уизи. Короче, надо тут фигню перетащить. Давай отсканируем. Статуя Стэнли. Эта статуя была возведена в честь его высочества, императора Стэнли. Он обладает всеми символами своей бесконечной власти. Несмотря на свой размер, статуя выглядит легкой. Пойди полая внутри. Так, левый альт, да? Блин, левый альт. Всегда путаюсь с контролом левым. Вот, вот так. Тащись. Все? Открылось? Открылось. Изи. Так, здесь ничего нельзя посмотреть, да? Ладненько. Так, давайте сразу все посмотрим на обоих сторонах. А, ну, в принципе, нам в любом случае туда надо будет идти. Поэтому ладно. Так, здесь что можно посканировать? Ничего тут нельзя особо сканировать. Блин, ладно. Давай тогда вот это пока на F. И вот это надо поменять. Вот так вот. Замечательно. Да блин. Ударь! Эй! Эй, чё все сегодня такие вредные со мной? Так, пацан. Пацан. Здорово. Беги сюда. Беги сюда, моя зайка. Давай, давай. Ну уже. Давай, давай. Ну ты чё такой неуклюжий? Ну что ж ты... Красава. Господи. Как маленький ребенок. Не-не-не-не, вот тебя уже не надо. Мы, короче, разобрались уже с твоим друганом. Так, а что делать? Что, нельзя, что ли? Эй, я что? Блин, я хотела сюда зайти. А, это общая дверь. Типа, да? Или нет? Я не знаю, короче, сейчас увидим. Так, здесь у нас что? А, здесь, наверное, потом откроется. Так, короче, побежали на ту сторону. Тогда будет понятно. Сейчас вот это сюда вытаскиваем. Там, опять же, никаких потайных ходов. Да мы поняли, не надо мне это второй раз показывать. Ну ё-моё, ну зачем? Показали один раз и хватит. Я вот помню, первый раз проходил, я вообще не додумалась до того, что можно, блин, передвинуть вот эту фигню. Вообще никогда бы не подумала, что он просто тупо сможет ее поднять. Не читала все это описание. Поэтому для меня это было очень даже странно. Пацан? Пацан? Бежишь? Стой тут. Стой тут! Ай, сейчас рванет! Ёпта! Все. Все хорошо, все нормально, все круто. Так, ты меня не трогаешь. Ты меня не трогаешь! Ёпта. Что я сегодня... Слишком много, ёпты. Все, короче, давай, заряжай меня. И погнали. Отлично. Прыгай. Попрыгай. Чем сюда не... Ой, еще все ему пододвинуть надо. Что за мужики пошли? Хотя он, в принципе, старого образца мужик. Да ладно. А, нет, по идее, нового. Да, что-то я гоню. Он же, по идее, из будущего, вся фигня. Так, стой. Можно же подняться? Блин. Хочу подняться. Вот, замечательно. Так, как тут эта фигня делать? А, все, вспомнила. Короче, давай. Да блин, что ты творишь? Так вот. Вот как это делается. Как батька просто. Так, все, поехали на ту сторону. Да падай ты уже быстрее. Буду сейчас выкобениваться. О, побежали, 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 побежали. Давай быстрее. Не люблю ждать, вот вообще не люблю ждать. Этот медленный до ужаса просто. Приходится ждать, пока он добежит до тут, до этой дверки. Давай посмотрим, что у нас за этой дверцей. Тем более, что на него такой звук был. Возможно, тут что-нибудь выпадет хорошее. А, хотя нет, что я гоню? Это же, чтобы спустить с небес на землю эту фигню. А, нет, поднять. Блин, я не знаю, как тут все коряво устроено, не знаю. Как-то странно. Ладно. Поехали, короче. Падай. Падай. Молодец. Так, давайте сразу поменяем. Я думаю, нам вот это сейчас больше не понадобится, поэтому пусть будет так. О, тихо, не прыгай. В лаву точно прыгать не надо, дорогой мой. А это еще что? Типа, мне надо еще того чувака уничтожить? Кстати, это... Что-то я даже не подумала. Отсканировать. Да, блин. Вот. Короче, стой ты. Вот так.
А, ну это такой же рычаг, как там. Тихо, стой, стой. Еще что-нибудь можно сканировать? Это уже было. Это уже все было. Ладно. Значит, короче, вот с этим чуваком, я так понимаю, разбираемся. Вот. А, ну она хоть как долетает, вообще без проблем. Так. Блин, дубль 2. Так, чё, есть, нет? Есть контакт? А, ну можно же вот эту еще фигню поднять. Сейчас посмотрим, сработает, нет? Да, по идее, должна допрыгнуть. А, они сейчас тут еще на время будут. Блин, стой, поднимись! Поднимись! Бежали. Нет, не падай, не падай! Да блин, да как тебя поднять-то? Заряжаем, короче. Да ты издеваешься. Ладно, пусть эта фигня упадет. Сделаем проще. Да ты можешь подняться? Болит. Ой, ладно. Надеюсь, сейчас ты перепрыгнет. Молодец, красава. Так. И вот так. Куда он улетел? Чё это за баг с текстурками? Ё-моё. Ладно. Мне даже лучше, в принципе. Быстрее получится. О, какой лифт-то, блин, замечательный. Просто прорисовка, уровень богов с этим лифтом. Ладно. Я так думаю, Magma Industries мы полностью за сегодня пройдем. Чем мне томить-то? Тем более, такой долгий перерыв был. Надо доигрывать. Мои 7 подписчиков заждались. Ничего не знаю. Так. Короче, поднимайся. Я уверен, что ты можешь. Красава. Все. Побежали дальше. Так, у нас что-нибудь есть? Ничего нет. Так, с этими пацанами что можем сделать? О, можно сюда? И что это? Куда это? Что это такое? Так, стоять. Я, кажется, поняла, что надо с этой фигней сделать. Ага, стой. А, это засасывалка, ясно. Угу. Так, а в чем прикол? Зачем? Так, стой, куда она высасывает? Она высасывает вон туда. А, ну там понятно, ясно. Ладно. Ой, я вижу там секретик. Я вижу там секретик. Тихо, 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 тихо. Подожди, пацан, мы с тобой еще поговорим. Иди сюда. Эй. Эй. Дорогуша. Не-не-не, давай ты пуляться вот меня не будешь ничем. Давай ты просто подойдешь. Иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, зая. Ну, зая. Ну, что такое есть? Иди сюда. Иди сюда. Ну, пожалуйста. Дорогой мой, иди сюда. Молодец какой. Хороший мальчик. Давай. Давай еще чуть-чуть. Ну ты... Ну ты что ты делаешь вообще? Ну господи. Иди сюда. Иди сюда, моя лапочка. Иди сюда. Вот, молодец какой. Все. Красава. Так, куда тебя там вышвырнуло? А, его вниз вышвырнуло одного. Хорошо. Так, а тебя можно вот сюда? А, нет, они же не всосутся так. Так, а тут что у нас есть? Ага, это по сути просто выше немножко. Вниз он может спрыгнуть? Не, не может. Ладно. Так, как мы сюда забрались? Вот так. Побежали, короче, вниз. Что-то там надо будет с ним сделать, я так думаю. Так. Ну падай ты, здесь-то невысоко. Вот. Все, сейчас мы его еще куда-то засосем, да? Блин, а куда она всасывается-то? Я не вижу. А, вон куда-то, на верхнюю, короче. Так, где мой пацан? Пацан. Что-то там кого-то обратно, что ли, всосало, я не поняла. Где он? Ёшкин корень, ну что за идиоты, а? Боже, как меня это бесит. Мелкие разгильдяи. Здесь что? А, кстати, да, здесь же секретик еще.
концепт-арт. Замечательно. Так, надо, короче, всосать его вот сюда. Игра умеет вовремя сворачиваться. Ладно. Что это за сетка? Что это такое вообще? Стой. Что это? А, ну это опять же разрушитель. Почему меня нацеливает так коряво на него? Ладно. Так, стой. Короче, нам надо вон туда. Упади. Да упади ж ты, ну господи. Блин, ты даже упасть адекватно не можешь. Что за парень такой? Поехали. Хоть глюков больше этих пока что нету, и то радует. Топить это размножение мозгов просто. Тихо, зая. Побежали за мной. Эй, иди сюда. Эй. Ну что ты творишь? Ну что за господи, боже. Иди сюда. Сюда подошел. Молодец, хороший мальчик. Вот теперь тебя хвалю я. Иди сюда. Ну вот еще один, господи, чему вас в школе учат, а? Иди сюда. Эй, подошел. Подойди. Да ё-моё, ну хорош. Сюда иди. Молодечек. Иди еще сюда. Ну ты, ой, как вы меня бесите с этой фигней. Почему нельзя просто взять и подойти? Иди сюда. Молодец. И года не прошло. Че он там, взорвался, что ли? Я вообще сама убью. А ну-ка, подошли сюда. Два мелких придурка. Иди сюда. Сюда иди. Ну что за... Ё-моё. Ну как дети, а? Пуляются гранатками. Божечки мои, вот, красавчик. Иди сюда. Да хорош. Блин, ты только время мое и свое отнимаешь. Пошли, тебе все равно дохнуть. Ты все равно не выживешь, мразь. Я добрая, да. Так, короче, он наверху. А ты, короче, взрываешься. Друган. Друган, ты сюда. Братан. А! Да ё-моё. Ну, хоть подорвалась, ладно. Маленько ХП мне подснял тоже. Ну, давай. Так, чё, где, кого, куда? Куда я его выпульнула? А, вон он там носится. Блин, вот я буду теперь еще 5 лет бродить просто по этой фигне и чисто путаться, куда я его там выбросила. Давай подхилимся. Хорош головой стукаться. Мелочь пузатая, блин, разошлась. Я не знаю, они мне реально детей напоминают. Они такие же маленькие, какие-то непонятные, вообще бегают, что-то куда-то стукаются, что-то им все интересно, что-то куда-то носятся, кидаются какими-то гранатками, хрен пойми. Серьезно. Так, короче, поехали наверх. Вот, отлично. Пацан. Слышь, пацан. Иди сюда. Да ё-моё. Подошел. Ай. Сорян. Ладно. Ну, хоть вылетел, ура. Господи, и года не прошло. Наконец-то получилось. Отошел. Тебя я не звала. Побежали. Так, короче, сейчас вот теперь точно надо вон туда. Снимайся. Блин, плохо нельзя просто подпрыгнуть. По сути, он может тупо подпрыгнуть, он бы достал. Все, поехали. Пацан, вот только просто не накосячь, пожалуйста. Просто не накосячь. Прыгай. Хорошо. Без вреда для здоровья, я смотрю, не получается. Ну ладно, хотя бы так. Сваливайся. Очень страшно, переживешь. Ты уже большой мальчик. В жизни еще будет много боли, так что терпи. Побежали. Так, сейчас опять через экранчики. Я, если честно, не помню, куда мы сейчас придем. Но до босса, по-моему, еще далековато. Довольно длинная, насколько я помню, локация. Я не помню, какой там будет босс, но я помню, что он будет.
А, нет. You've made it further into my domain than I would have expected. But now you will fall for an eternity into my bottomless pit of death. They told me it would be ready last weekend. You two, destroy him. Понятно. Ничего интересного. Можно тупо сделать вот так вот. Ладно, давай по фасту, короче, снимем. Вот этого подняли. Вот этого подняли. И опустили. Все. Вопросов больше нету, я смотрю. Ладно, побежали. Я просто это как-то тупо, он какой-то тупенький. Жиробас какие-то странные. Ну реально, он просто позорит всех жиробас. It's completely indestructible. No substance on earth can even scratch it. Let's see you get past this one. А он-то как отсюда вываливается, интересно, или он там решил пожизненно остаться? В любом случае можно сканировать. Невидимая дверь. Дверь выглядит очень крепко, хотя дверь около нее. Ага. Ладно. Я думаю, разберемся. Это не самая сложная задача. Надеюсь. Тихо, тихо, тихо. Я не хотела туда подниматься. Блин, я надеюсь, ты опустишься. Я очень хочу в это верить. Иначе, блин, пипец. Я просто хотела все посмотреть сначала. Ты опустишься? Пожалуйста. Опустись. Братан. Братан. Блин, я не хочу это перепроходить. Ёшкин корень. Походу сейчас будет капец. Так, ну ладно, в любом случае надо его всосать. Сейчас оббежим отсек. Что у нас тут есть? А, ну понятно, у нас тут есть потайняшка, есть вот эта фигня. Сейчас сначала дойдем до самого конца. А, здорово. Вот, давайте вы меня бить не будете. А, нет, вы будете. Ладно, 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 хорош. Что, в текстурке, что ли? А, нет, нормально. Хилимся, живем, братаны. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ладно, так нельзя, да, считерить. Печально. Окей. Все, я вот не понимаю, куда они исчезают. Они раньше не исчезали. Дверь открылась. Клево. Что-то как-то слишком просто было. Какой-то слишком простой прикол. Ладно, поехали. Долгие искания и мучения. Хотя по-любому все очень просто, как обычно это бывает. А нет, в этот раз сложно. Не прошло и года просто. Что у нас там? Солдатик. Ну, оно того стоило тогда. Потому что я, насколько помню, я еще ни разу не собирала полностью всех солдатиков. Может быть, в этот раз повезет. Посмотрим. Так, я надеюсь, там эта фигня опустилась, это мало ли. Опустилась? Ура! А то я уже запаниковала, думаю, все, капец. О, смотри-ка. Что я тут нашла? Ну-ка. Чё? Ах, вон оно что. Так, короче, я, кажется, поняла прикол. Иди сюда, пацан. Эй, пацан. Да ё-моё, ты можешь побежать за мной? Молодец. Сейчас посмотрим, что будет. Насколько я помню, это правильно.
Да. Да, детка. Вот так это делается. Теперь просто представьте, каково это придумать мелкому ребенку просто. Я-то еле заметила, а просто кому-нибудь помладше мне, это же вообще капец. Мне жалко себя. В прошлом, о боже, там какая-то кнопочка еще была, надо будет нажать когда-нибудь. А это, наверное, чтобы опустить, да? Че за фигня? Ладно, сделаю вид, что я поняла, что это. О, нормально. Так, стоять. Пацан. Пацан. Пацан, не туда бежишь. Иди сюда. Да блин, да хорош. Иди сюда. Сюда подошел. Вот, молодец. Так, что у нас там? А, вон туда он выпалит сейчас. Хорошо. Это что такое? Я не понимаю, как эта фигня работает. Ладно. Ай, надеюсь, это не особо важно для прохождения. Так, хотя, стой, а как вот сюда забраться? Здесь есть где-нибудь какая-нибудь фигнюшечка, которую можно вытащить? Здорово. Здорово, давай ты не будешь мне опуляться. Я тебе пока что еще ничего не сделала, так что давай-ка ты пойдешь куда подальше. Блин, сквозь текстурки прохожу, ладно. Вот почему он не может туда просто запрыгнуть? Он же, блин, не настолько низкий. Не смог туда запрыгнуть. Ладно, ладно, ладно. А, это что, дубль 2? Можно же сделать такой же фигни? Стой, он тут вообще как оказался? Я не помню. Или он тут изначально был? Наверное, изначально он был. Ну давай, в принципе, можно вот этого сюда притащить. Иди-ка сюда. Пацан. Пацан. Иди за мной. Еще беги за мной. Сейчас он запуляется у нас. Давай. Выпули в меня полностью. Давай, теперь беги за мной. Хорошо. Дальше поехали. Тихо. Сюда иди. Хорошо, хорошо. Молодец, мой дорогой. Давай, пыляйся. Хорошо. И побежали. Иди сюда. Мало. Детчик, ну вот почти. Ну вот куда ты так косо-то убежала? В текстуре, брата, застрял. Иди сюда. Ну, наконец-то. Сбылось то, что я хотела. Давай. Да как так-то? Почему это сработало именно так? Я не понимаю. Еще, может, заново надо опять так не сделать? А, все ясно. Ясно. Это, короче, только на один раз так работает. Блин, ну и вот опять не эти манипуляции с ним совершать. Побежал. О, как долго. Бежали. Молодец. В принципе, половину дистанции он пробегает. Да нет, чуть меньше половины. Побежали. Побежали. В догоняшки играем, пацан. Все, теперь пуляйся у меня. Давай. Раз. Два. Красава. Побежали. Ну давай. Молодечек. Все, отлично. Сейчас он, короче, оттуда выпуливается. Хорошо. Еще несколько надо. А, нет, всего двое. Эй, что, какая-то слабенькая у тебя дверь, пацан. Это я сейчас жиробасику тому. Че у нас в итоге? А, ну а вот и, в принципе, блин, этот чувак. Босс. Стой, я хочу тебя отсканировать. Стой, как тебя отсканировать? Во. Круто. Круто, короче, солдатика получили. Прометей, самое великолепное создание императора Стэнли. Он хотел назвать его горным Прометеем. Ему не нравится, когда на него все падает. Ясно, намек понят. А? Так, стой, мне кажется, надо это. Блин, опять эта хрень! Боже! Боже, правый. Левый. Меня задавило, короче. Что можно сделать? Ай, да блин, не то я хочу сделать, отстань. А, кажется, я знаю, можно сделать вот так, можно сделать вот так. Давай посмотрим, что из этого выйдет. Ну-ка, ударь.
А, или можно... Стой. Стой, может, можно поднять? Типа, потом разбить, я не знаю. Ну-ка, давай. Попробуем. А, блин, опять эти лаги. 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 Я не знаю, что делать. Ёпта. Ёпта. Что происходит? Что, мать твою, происходит? Вот. Короче, надо просто второй раз бить, все, и тогда нормально. Блин, а больновато, больновато, да не то я хочу сделать. Чё ж ты такой дурак-то? А, опять! Опять эта хрень! Как можно драться с такой фигнёй? Я не знаю, короче. Чё делать? Что делать? Как жить-то? Как жить-то? Ё-моё! Во! Да как? Что делать-то с такой фигнёй? На это ему пофигу, да отвали ты от меня! Воу! Замечательно. Да ты... Да, ну вот так избегать этой фигни. Пусть на меня что-нибудь упадет, какие-нибудь камушки, я не знаю. Надо что-то думать, надо что-то делать. Вот. Сейчас камушек должен к нему туда упасть. Поднимаем его. Поднимаем его. Блин, он не высоко поднимает. Да куда ты улетаешь-то? Ёшкин макарёшкин, а? И как с тобой бороться? Все, короче, сейчас я, блин, буду просто пол игры думать просто. Полчаса, точнее, хотел сказать. Тихо. Стой, поднимись! Поднимись! Да, блин, да как это работает-то, господи. Вот. И теперь что? Что делать? А, что делать? Что делать надо с этими камушками, я понять не могу. Да твою ж налево и направо просто. Что делать с камнями, чтоб тебя? А, блин, как все сложно. Хоть прохождение еще, я не знаю, я не помню, как его проходить. И так что-то до меня не особо доходит. Но явно что-то с камнями надо делать, раз он не любит, когда на него все падает. Явно что-то с этой фигней. Так и не могу их двигать. А, стой, 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 стой. А если вот так... Ладно. Все, но я ему ничего не нанесла, поэтому ладно. Да зачем ты встал-то? Хорошо. Вот, вон, 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 вот наша цель. Да вот она, наша цель. Цель моя родимая, родимая, родная. Вот, наконец-то. Наконец-то. Получилось у меня это сделать. Ай, отвали, 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 отвали. В принципе, я, короче, концепцию поняла. Сейчас будет в изи. Изи-вин. Изи-вин, я сказала. Бей, короче, своей кувалдой. Бей своей кувалдой, я сказала. Ты будешь бить меня, нет? Балда. Ай, тихо, тихо, тихо. Поднимай. А теперь получай.
Господи, какая ужасная у него рыготина. А еще и вредная для здоровья. Для моего причем. Ясно, дубль 300. На меня ничего не попало, это хорошо. Давай, 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 крутись, крутись, крутись. Крути педали. Ну? Давай, бей своей фигней. Красава. Блин, попал. Тихо. Хорошо. Я сейчас буду рыгать. Блин, я не знаю, сколько это надо делать. Это что-то уже слишком долго. Сколько ему надо-то ударов? Ну давай уже, бей меня. Давай, чё ты? Ну чё ты? Вот, молодец. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Вот так вот. Получай. Сколько счета? Господи, мне надоело уже. Братан. Давай хотя бы штук 5, чтобы это было, я не знаю. А, вот что надо сделать. Все, я поняла. Я поняла. Надо, чтобы эта фигня, короче, упала на него. Дошло до меня, пацаны. Пацаны, я поняла. Надо еще вот эту фигню расплавить. Все, короче, ясно. Давай, давай, бей, бей своими кувалдами. Блин, а хп-то мало, однако. Ну куда же ты? Давай, рыгай. Рыгай, братан. Рыгай, как никогда не рыгал. Красава. Че, надо еще пойти по второму разу, да? На всю эту фигню. Тихо. Тихо, 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 тихо. Крутись. Все, я думаю, сейчас это мы уже закончим это дело. Только не попади в меня. Хорошо. Так, поднимайся. Поднимайся и погнали. Рыгай, братан. Молодец. Все, одна цепь порвалась. Да-да-да, я поняла концепцию, братан. Хорошо, падай. Сейчас, короче, еще... Сколько? А, там еще одна, вон, я ее не видела. Долго, долго. Давай, бей. Бей, братан. Сам. Нифига ты... Ой, ой, вай-вай-вай. Поднимай. И получай. Рыгай. Побежали, 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 побежали. Хорош. Так, вторая цепь. Маленько осталось. И хп, конечно, тоже по мизеру. Я надеюсь, он меня так не убьет. И не убьет. Изи-бризи. Вот так вот. Рыгай. Вот, короче, я вот здесь. Поехали. Так, третья. Все, последняя осталась, короче. Он уже на писечке держится, так что давай. Бей. Красава. Тихо, 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 тихо. Вот сейчас главное не умереть. То будет вообще обидно. Поднимай. Поднимай, 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 поднимай. Поехали. Все. Все, братан. Хана тебе. Парам, парам, пам. Че это было? Почему? Где моя заставочка? Я хотела посмотреть, как его убили. Че за фигня с заставками вообще? Обида, боль, короче. О, че у нас теперь? Доставщик пиццы. Здорово, братан. Я тебя до сих пор ненавижу.
О боже, 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 опять лаги! Опять лаги! Капец! Пацаны! Пацаны, мне плохо! Стэнли владеет рестораном пиццы и даже доставляет свою пиццу до... А, ну мы, короче, поменяли будущее, я так понимаю. Да? Стой, надо это... Надо того. Вот так. Там уже сейчас ничего же нет. Тихо. Тихо, братан. Братан. Там что-нибудь есть? А, я не вижу нифига. Нет, там ничего нет, короче. Блин, ну и что мне делать? А, я ничего не понимаю. Капец. Чувствую себя гопником. Боже. Короче, сейчас эти лаги заканчиваются, и мы, короче, сворачиваем эту лавочку. А, кстати, а куда мы сейчас можем поехать? А где тележка? Где тележка братюней? Сестрюней? Ладно, 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 ладно. Сейчас, я просто хочу найти, куда нам дальше надо будет бежать потом, потому что это, скорее всего, будет завтра. И чтобы я завтра не совсем тупила, надо найти. Дойти. Я так думаю, нам надо к нашему роботу дорогому, любимому. А, кстати. А это как бы не конец игры, кстати говоря, птичка. Потому что я чуть не помню, что там что-то потом еще было. Ну, куда-то говорим. А, ну и все, они сейчас, короче, полетят в прошлое, наверное. Или нет. Ой, все плохо. А, я вспомнила этот момент в мультике. Не, вот давайте вот это, короче, не сегодня. Это, короче, завтра. Вот. Так что, ребят, если вам понравилось это видео, блин, меня там сейчас убьют, поэтому сделаем вот так вот. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будете 8-м, 9-м, 10-м братюней. В общем, с вами была Мисс Кэт, всем спасибо за просмотр, всем пока и удачи! Oh.